вышли из-под контроля. Комментирует ситуацию начальник полиции Харрельсон. Позднее я сделаю официальное заявление, а пока скажу следующее. Я избавлюсь от преступности в этом городе. Я ставлю перед собой цель уничтожить бандитские группировки, а тех, кто за ними стоит, посадить за решетку. Именно этого хотят жители города. Подробности смотрите сегодня вечером на... Добро пожаловать в Гранд Централ Сити. Это наш город. Эй, внимание всем! Мира! У нас тут появился один желающий записаться в неприкасаемые. Выложиться придется на полную. Делай, что хочешь. Только совсем с ума не сходи, а так хватай, бей, пинай, все равно. Вы готовы? Это твой шанс. Посмотрим, на что ты способен. Это был грязный удар, брат! Шо, попал прям по больному глазу, а? Слишком сильно не радуйся, я тебе поддался. Вот это новое дело, бью победителя! И... Тебе повезло, что я держусь не полную силу. И... Вот это крутое дело, будь победителя! Тебе повезло, что я держусь не полную силу. Я мог тебя в любой момент вырубить. Слишком сильно не радуйся, я тебе поддался. Вот это другое дело, будь победителя! Это я почувствовал, кажется. У тебя кишка там каплай! Сейчас отравишься в нокдаун!
Заканчивай, Рена, дери ему задницу! Ладно, ты парень способный, но этого недостаточно. Со мной у тебя проблем не будет. Но это не означает, что у тебя не будет проблем вообще. Закон улицы, убивай или убью тебя. Всеми нелегальными боями завидует Кончита. Я и сам через нее сюда попал. Выпендриваться можешь сколько угодно. Свои слова лучше подкреплять делом. Пока ты будешь оставаться в победителях, тебя будут уважать. Бэй, бэй, бэй. Увидимся с тобой позже. Пойду навещу этих девок-головорезовских. Круто, Земеля, теперь все официально, брат. Пойдем со мной на базу и порадуем большого пса хорошими новостями. Счастливо, красавчик. Увидимся. Слушай, все нелегальные бои в Гранд Централе проводит Кончита. Если хочешь в этом участвовать, навести ее как-нибудь. Это наша база, парень. Так как ты теперь один из неприкасаемых, то это и твой дом тоже. Watch your step when you're moving. Slot clean in a dungeon. See, I'm amongst them MCs crews and I love them. But it's counterfeit ones. They're so fake, wasting time with flow time. They go, yeah. Check one, two, three, man. Everybody wants to. Everybody wants food. Not everybody is real. Kids filled with so much rage, so much pain. MCs chat about everything, anything. How many road man with food? У Джанет Ли ничего на меня нет. Ух ты, вы только посмотрите. Где большой пес? Он в задней комнате, брат. Ничего не говори, разговор буду вести я. Открыто. Здорово, как дела, большой пес? Дэрил. Слушай, брат, это... Твой кузен Тре. Давно за ним наблюдаю. Премного наслышан о его талантах. Только знаешь что? Неприкасаемые они ведь как шелк, только лучшее качество. И люди об этом знают. А что они скажут, если выяснят, что с этим шелком смешалась какая-то мерзкая синтетика? Слушай, брат, когда я изволю с тобой разговаривать, ты меня слушаешь, усек? Хочешь попасть в неприкасаемые? Докажи, что ты боец, сынок. Сделаешь это, и тогда продолжим этот разговор. Знаешь, а пойдем-ка поболтаем с коротышкой. Он в курсе всего, что на улице творится. У него свои каналы. Ты понимаешь, к чему я?
А ведь я за свои слова отвечаю, парень. Понимаешь, о чем я? И я ему говорю, не ссы. Хочешь проучить эту суку, мы можем это устроить, понимаешь? Постой-ка, да парню сколько? Лет 12 всего. Ну да, типа того. Но выглядит-то он на все 18. Он пытался мне нож в горло приставить. Пришлось надрать ему задницу. Можешь у его ребят спросить. Да хорош заливать, он тебя отделал по самой не балуйся, поэтому ты там больше и не тусуешься. Не знаю, откуда у тебя эта информация, но ты ошибаешься. От мамочки моей у меня эта информация. Ух ты! Эй, как дела, коротышка? Дэрил, рад тебя видеть, сынок! А это должно быть... погоди, не говори... Тре! Да, я тебя помню! И мать твою помню! Хорошая была женщина! Так говорят, вы теперь неприкасаемые! Не самый плохой выбор, если не хочешь дожить до 30! Только без обид! Я так понимаю, вы не просто поболтать зашли, да? Нет, коротышка, нам нужно, чтобы парень заработал себе репутацию! Ну понимаешь, к чему я? Да конечно, Дэрил, я на твоей стороне. Если вы, парни, не будете портить нам район, не обижайте женщин, не подставляйте детишек, и я готов набрать вас информацией. Вы станете супергероями из гетто. Я буду звать вас Блэкман и Робин. Слушай-ка, а что там с этим засранцем, М. Бенсом? Говорят, он тут руку поднял на племянницу коротышки. Да будь она моей племянницей, придурку бы не жить. Да не болтай ты, только трепаться можешь, а делать никогда ничего не делаешь. Да я серьезно, коротышка не хочет это обсуждать, но он давно уже за этим придурком наблюдает. Этот Джена ненавистник, скорее всего, ошивается сейчас у домов рядом бар. Найди его нетрудно. И у вас этот нигер похож на... Даже не думай произносить здесь это слово. Только не в моей парикмахерской, понял? Ты знаешь, где его найти. Ладно, мы все поняли, коротышка. Засранец М. Бенс недалеко отсюда. Показать, где он. Неприкасаемые мертвы, ублюдки! Неприкасаемый, дерьмо собачье, усёк! Вот он! Я этой сучке прямо все высказал. Она все свое твердит, ну? Йоу, чувак, какие-то проблемы? Появится пара лишних отвертки. Этот город будет наш. Вы, жалкие сосранцы. Здорово, нигер.
Честно говоря, да, чувак, проблемы. Мы тут пытаемся очистить этот район от такого гнилья, как ты. Понятно? Живые мертвецы, смотрите. Ну он дурак или как? Тебе конец. Блин, головорезы! Я тебя разорву с собой! Этот город будет наш! Вы сами, дерьмо собачье! Все сами, куча жалких идиотов! Из-за всех этих драк вы, парни, наверняка проголодались. Сходите, подкрепитесь у толстого Д. Ты кто такой, черт тебя дери? Сейчас больше не хочу, но в следующий раз пора возвращаться к коротышке и сообщить ему приятные вести. Блэкман и Робин надрали злодеям в задницу. Чертовски жаль, что нету с ним женщины-киски. Кисок будет, сколько хочешь, болван, только ты боишься с ними даже заговорить. Спасибо, что разобрался с этой проблемой. Бог свидетель, я слишком стар для драки. Хотя врать не буду, я ведь думал на эту тему. Что ж, лиха беда начала. Однако ты отлично справился, так что слушай сюда. Владелец наших квартир думает, что он может безнаказанно мучить жильцов. За этот месяц платим ему 800, а за следующий уже на 200 больше. И мы даже сказать ему ничего не можем, иначе он нас просто выселит. Да, брат, этот болван еще та сволочь. В моем доме он творит то же самое. Слушай, брат, мне уже казалось, ты в этом кресле поселился, да еще в этом дурацком костюме море. В матери твоей я поселился, придурок, поэтому она мне этот костюм и купила на прошлой неделе. Когда закончишь, избавь меня от этих двух придурков. Ты же нас любишь, коротышка. Так вот, нашего богатенького засранца ты найдешь на Блэзерли Хиллз. Он возомнил, что там он в полной безопасности. Зовут его Гренвилл. Когда найдешь его, сделай так, чтобы его дом выглядел так же паршиво, как и квартиры, которые он нам сдает. Пусть узнает, каково это жить в гетто, но самого его не трогай. Просто напугай.